Буквально вчера состоялась прямая линия с президентом, где Владимир Путин отвечал на злободневные вопросы граждан в прямом эфире. А сегодня глава МИАСа Игорь Воинов встретился с учениками гимназии номер 6 и ответил на вопросы, интересующие школьников. Старшеклассники 6-го лицея продемонстрировали недюжую активность и подготовили главе массу вопросов, снабдив их при этом цитатами известных политиков прошлых лет. Ребята интересовали как вопросы глобальной политики, так и проблемы, связанные с нуждами школы. Немало прозвучало и непопулярных вопросов, таких как, например, невыполнение обещания партии власти «Единая Россия», которые были ей даны перед выборами в Государственную Думу. Готов вам заметить, пряников никогда на всех не хватает. Это совершенно однозначно. Поэтому государство заботится, и даже когда просто строятся или ремонтируются дороги, когда открываются новые рабочие места, это по существу где-то государство вчистую делает то, что ему положено, а где-то создает условия для развития, как теперь модно говорить, в мое время этого не было, для развития бизнеса. На встрече ребятами были подняты такие вопросы, как проблемы государства и граждан, функции государства, распределение бюджетов различных уровней, о строительстве новых спортивных объектов на территории округа, о школьном питании и здравоохранении. Помимо ответов на вопросы школьников, глава поделился своим личным опытом, как управленческим, так и политическим, и выразил надежду на продолжение сотрудничества власти и граждан. Андрей Данилов, Эйдар Насыров, программа «24 МИАС».